Ведь настоящая любовь, она подобна жизни. Она даруется раз и навсегда. И самое главное, ее не упустить. Увидев друг друга впервые, они подумать не могли, что способны на такие чувства. Они не переживали и не подозревали, что пройдут года, и они встретят друг друга, и у них зародится такая простая, чистая, настоящая, сильная любовь. Сегодня особенный день. Запомните теплоту этих рук, которые вы сейчас держите. И даже когда они покроются морщинами, вы все равно будете ощущать заботу, внимание. И все то, что было прожито вместе, все эти годы, вы будете их вспоминать с теплотой в душе, счастьем, волнением и всеми теми эмоциями, которые переживете сегодня. А сейчас посмотрите на ваших гостей, как они волнуются. Это близкие, родные люди. Они пришли сюда ради вас. И я обязана просто спросить вас в присутствии всех ваших дорогих людей, с открытым ли сердцем, по собственному желанию, по доброй воле, вы сегодня заключаете ваш союз? Да. Аплодисменты, дорогие друзья. Надежда, я прошу вас ответить громко. Одно слово. Еще раз бурные овации.